Девчонки поели, я решила, что я не буду есть бургеры, потому что я молодец. Я хочу все-таки взяться за свое здоровье и перестать жрать углеводы. И сейчас мы идем в прекрасное золотое яблоко смотреть на всякие штучки. Я нашла свой любимый крем в Дарлинг. Он здесь есть, его здесь относительно много. Мне также еще понравился вот этот на ощупь. Я взяла на попробовать эссенцию. И сейчас мы посмотрим, что есть у Дарлинг из косметики. Вышли золотого яблока. Я несу два больших пакета, и я вспомнила снова о том, что я белоручка, а значит, я не могу таскать пакеты, ничего тяжелого. И нет, не потому что мне лениво, а потому что я после этого выгляжу как человек избитый, ну точнее человек, которого били, потому что у меня на руках, я сейчас ставлю сюда картинку с видео, у меня появляются кровоподтеки, то есть у меня появляются кровоподтеки на плечах, на руках, на ногах, просто от всего. На меня можно подышать, и я увижу на своем теле новый синяк. Ну что, лакситан работает, просто теперь он выглядит вот так. Но смешно, смешно видеть лакситан вот с такой надписью. В золотом яблоке я наконец-таки купила свой любимый солнцезащитный крем Bioré с SPF 50. Я его обожаю, он не белит на лице, он прекрасно ложится, и у меня от него не забиваются поры. Всем рекомендую. Я очень давно хотела попробовать эти пигментированные подводки от 7 Days. Пастельные оттенки взяла, сет неоновых и белый с черным. Вот эти вот светятся в темноте. Также взяла себе на пробу пилинг для скальпа. Это от Natura Siberica. Попробовала других брендов. Решила попробовать этот. Снова купила крем от Darling Skin Relief с церамидами. Он очень мило выглядит, прекрасно ложится на лицо, не вызывает у меня никаких высыпаний. Купила вторую бутылку, очень люблю. Также купила на пробу Holy Water, это антиоксидантная эссенция, выглядит она очень красивенько, ощущается на коже тоже приятно, буду скоро тестировать ее на лице. Добавила в свою коллекцию еще несколько карандашей от Ольги Романовой, здесь два моих, один моей тети. И нам в подарок за покупку трех карандашей дали маленький пробник черного. Мы также купили две туши Darling Lash Coconut. Еще их не вскрывала, у них очень необычная упаковка. Это термотушь, соответственно, она снимается теплой водой, такими носочками. И купила себе Wet Kiss. Это какого-то рода помада. Позже это все вскрою в каком-то отдельном видео, где буду все эти новинки на себе тестировать. Подарок нашей покупки нам дали маленький праймер Make Up For Ever увлажняющий и гель для бровей с мокрым эффектом от Darling. Подарок. Ну а на этом все. Постараюсь в ближайшие пару дней заснять для вас видео первых впечатлений об этой новой косметике. И до скорых встреч на этом канале.